Сегодня в ремонте Honda Fit. Вот такой экземпляр заехал к нам в гараж. Как видим, разбита передняя стойка, крылья, передняя дверь. Средняя стойка тоже, думаю, ушла. Задняя дверь повреждена. Порог поврежден. Ну и как бы все. Нет, еще повреждено левое переднее крыло. Все, будем разбирать. Разобрали машину. Смотрим, что еще у нас помято. Ага, днище помято. Вот как видим, складки. Порог давлен в салон. Придавлен довольно-таки хорошо. Все это придется вытянуть. Порог будет скоробом меняться. Восстанавливаться его нету смысла. Смотрим, что снизу. Тоже вмят короб в центр машины. Зажат бачок глушителя. Все это придется снимать. Ну что, для начала затягиваем порог со стойками. Обратим внимание на противоположную сторону машины. Есть трамплин двери. При ударе торпеда выбила ее наружу, то есть переднюю стойку. Надо ее втянуть обратно. Втягиваем. Ну а теперь буду сверлить и удалять ненужный мне металл. Но для начала делаю метки реза и снимаю размеры, чтобы потом пишу на стойке, чтобы не забыть. Здесь метка будет внутри сделана. И тут, как видим, от точки А до точки Б расстояние. Сверлим. Сначала удаляю боковинку, ну а затем режу все остальное. Ну вот, вырезали кусок днища, отсверлили кусок стойки. Сделал специальное окошко, чтобы проваривать внутренний металл на стойке и на пороге, чтобы проварить внутренний короб усилителя. Машину подготовил, сварочную работу. Сейчас надо подготовить донорскую деталь. Вот она в таком виде. Варить буду днище внахлёст. Остальное стык с закладками. Поэтому режу и готовлю. Вот такой кусок будем вваривать. Ну, например, порог со стойкой чуть не подошел, пришлось подтянуть. Ну, а так все сошлось. Окошки для проварки внутренних усилителей выпилены. Буду сваривать. Как видите, проварил внутренние усилители. Сейчас то, что вырезал на окошке, варю обратно.
Ну вот, порог со стойкой и с куском днища вварены, зачищены. Сразу подготовлю на покраску. Ну вот тут все готово. Сейчас буду заниматься ремонтом задней двери. Вот такая у нас дверь. Передняя будет новая, эту придется выровнять. Для начала зачищаю и привариваю вальцовку вот в этом месте, чтобы потом она не разошлась. Затем отбиваю кант молотком и буду вешать на машине, чтобы было удобнее выровнять ее с поттером. Ну вот, повесил все двери. Сейчас можно будет уравнять. Зачищаю, рисую кантики. Ну и при помощи поттера равняем. Как видите, работаю обратно молотком, но не делаю удары, а просто натягиваю металл. Где надо, подбиваю молоточком. Также подсаживаю кантики. Итак, подровнял дверь. Проверяю на наличие шишек. Если такие есть, путем нагрева сажаю их. Но как бы с ремонтом задней двери закончено. Все зазоры присутствуют. Трамплинов никаких нет. Все нормально. Приступаю к ремонту левой задней арки или задней двери. Вот. Здесь тоже чуть-чуть удар пришелся. Для начала вытягиваю арку и подстукиваю танцы. Затем при помощи споттера выравниваю все, выравниваю дверь. И как бы это место готово к покраске. Как бы все вот в таком состоянии, отдаю машину на покраску. До встречи, друзья!